Здравствуйте, мои дорогие! А сегодня воскресенье, 19 сентября. Так, рано утром я напялила вот это платье. И вы знаете, все было неспроста. Потом мы пошли в церковь. И сегодня проповедь была, вторая часть в прошлой неделе была. Про Иосифа, историю Иосифа и цветные одежды, да? Ему отец подарил коут, плащ вот этот вот из разноцветной. В общем, все там его знали. И сегодня я такая разноцветная, и видео поставила. И пришли сегодня в церковь, и была вторая часть этой истории именно про Иосифа. Вот, так что все неспроста. После церкви мы... Пусть люди пройдут. После церкви мы заехали, пообедали я с любимыми, самыми моими любимыми, самыми красивыми мужчинами. А сейчас мы у Даниила на игре по бейсболу. Они сейчас практикуются вот сзади меня. Игра начнется в 4 часа, сейчас 3:15. Видите, собачуля осталась дома с Дженнифер и с Артуром. А я на игре. Вот так вот. И настроение отличное. Тут мне этот вот с параллельного класса нашей школы мальчишка написал, который беспокоится о моем психическом здоровье. Ну, замечательно, что беспокоится, наверное. Мне, конечно, это интересно слышать очень. Ну, закалка, думаю, есть. Долго я прожила всю жизнь. Вот я чищу собачка, какая замечательная. Вся семья моя была психически больных людей, вот кроме Игоря и моего дяди, и Артура. У нас даже справки есть, что мы нормальные, психически здоровые, но справки верить, это, конечно, это всего лишь бумажка. Так что пусть каждый составляет себе собственное мнение. А психическое здоровье именно то, что я вот всех призываю. Вот, и состояние своего психического здоровья. Ай! Тренер, один из тренеров Даниила. Мальчишки сейчас еще будут тренироваться, практиковаться. И у нас ни одного дня нету, чтобы у него не было или игры, или тренировки, или все сразу. И завтра у нас тоже. И травмы у него постоянные. И вот в четверг ему один мальчишка, в общем, он у нас такой маменькин сынок, маменькин папенькин, и подлянки такие делает моему Даниилу. И, в общем, из-за него Даниил получил травму вот в четверг, у него такой нос весь черный был, а этот же мальчишка побежал, он жаловался тут же маме, а мама там у них тренирует. И мама вдруг при всех заставила Даниила моего извиняться перед этим мальчишкой. Вот, реакция моего сына мне просто очень по душе. Я вот чувствую, что это я. Чувствую вот у него мои корни, потому что он ответил потом один: слышишь, вот серьезно, тебе надо было вот так вот пойти и быть wimp kid, вот знаете, жалобиться из-за вот такой мелочи, вот, мамочки. И вот я чувствую, что закалка у него боевая. Вот так вот, и мне это очень приятно, потому что даже если я дралась там с девчонками у нас во дворе, они бежали, жаловались родителям, а я не бежала. Я считала, что это недостойно. И знаете, хотя Дженни, я считаю, что можно и нажаловаться пойти. А вот у меня свои понятия. Такие мальчуковые. Вот. И всем до встречи!